Мост через Аку в районе Стригина превратился в ловушку для автомобилей. Ежедневно там разбивают колеса десятки автомобилей. Вот. Машины стоят на мосту, машины стоят за 3 километра после моста. Грузовые машины, те же «Газели» стоят, меняют колеса. А сколько аварийное состояние моста на данный момент по вашей оценке? Если по 5-бальной, то на 5. Почему мост все ремонтирует и ремонтирует, а он все хуже и хуже? Об этом и не только сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале ЧЕ.